Ущерб почти на 1,5 миллиона. Ленинский суд Ярославля приговорил двух обвиняемых в мошенничестве к реальным срокам. Сообщницы проведут в колонии общего режима по 2,5 года каждая. Судом были учтены все обстоятельства и вынесены обвинительные приговоры, пояснили в пресс-службе. Женщин обвиняли по 4 эпизодам. В полиции рассказывают, действовала целая преступная группа. По поддельным документам участники шайки снимали деньги в различных отделениях банка. Две подозреваемые были задержаны с поличным прямо у кассы, когда пытались в очередной раз опустошить чужой счет. Потерпевшими от мошенниц стали две жительницы Ярославля и две жительницы Ростовского района. Все они пожилого возраста. В ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что одна из обвиняемых страдает психическим расстройством из-за злоупотребления спиртным. Ее отправили на принудительное лечение. Полицейские действовали вместе со службой безопасности банка. Фигурантки по поддельным документам осуществляли снятие чужих денежных средств в различных отделениях банка. Две участницы группы были задержаны сотрудниками полиции с поличным в кредитно-финансовом учреждении, когда пытались в очередной раз похитить чужие денежные средства. В результате мошеннических действий потерпевшим был причинен ущерб в общей сложности на сумму 1 400 000 рублей. В ходе расследования кредитно-финансовым учреждением потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме.